я, когда живу вместе, мой любей. Где доверие, любовь, преданность, радость детей? Между мужчиной и женщиной отношения специфичны. Парадоксы любви и брака в семейной жизни типичны. Юная девочка, не знаешь жизни, хочешь быть счастливой. Искренно любить, стать мудрее, взрослее, быть любимой. Семейное счастье, жить для другого, отдаться без остатка, и нет пути иного. Ты красива и желанна в порыве сладострастия. Тебе мало стало тихого семейного счастья. Огонь романтики годами угасает, это неизбежность. Его сменяет уважение, взаимопомощь и нежность. Предназначение женщины в делах, в речах, воспитать своих детей и поддержать очаг. Семейное счастье, жить для другого, отдаться без остатка, и нет пути иного. Юная девочка, не знаешь в жизни, хочешь быть счастливой, искренно любить, стать мудрее, взрослее, быть любимой.